что-то горит, что-то загорелось. А я и думаю, запах. Зай, закрой везде окна, пожалуйста. А я и думаю, что-то горелым, что-то горит, какой-то запах. И непонятно. А что там загорелось, интересно? Он дядя Хусама. Ой, это прям такой фу, вонь такая. Прям запах сильный. Надо закрой все окна, Зай. А то запах. Надо закрыть все. Уже кто-то что-то подпалил, наверное. Потому что что он? Хотя сегодня жарко. А как оно могло? Не знаю. А я и думаю, а я уже унюхала давно, вот, думаю, что-то где-то горит, что-то где-то горит. Непонятно, ну, это прям вот тут, у нас там, ну, ничего нету, заросли такие. Не, уже потухло, Зай. А? Уже потухло, потушили. Кто-то что-то или зажигли, потому что там сегодня жарко вообще-то. Не, может, оно само... Не там знаю. Же все сухое. Да, там мусора полно. О, опять там, загорел. Там кто-то тушит. Но они же вызвали пожарную машину. Они же вызвали пожарную машину, поэтому. Фу, ну вонь, конечно. Закрой окна, Зай, все домой идет. Здесь так сделали. Вон свекровь моя ходит. Тоже ж надо все посмотреть. Там воняет. Окна закрыли, чтобы запах не шел. Потому что мы еще наверху. Оно сразу прям. Она черная. Я сначала думала, что это тень от здания, но нет, это от пожара был. Значит, был конкретный пожар. Да. Ну, этот пожарник, вон он. Где? Вот он. Вон они, вот, тушат. Да, вон водичка прям тушит, стенку на стенку поливает. Ну, как раз чтобы... стенку помоет, глянь, там черное все слазит. Видишь? Вижу. Это на черное стало не от огня, а от пара. Видишь, он просто водичкой поводил, она уже почти ушла. Ну да. Ну, значит, там огонь был большой. Ну да надо, вот это, Ирия, как она называется, наше правительство, да, мэр наш, вот приехал, посмотрел на мусорник у нас тут. Нет, правильно, мы едем. Здравствуйте, да, во-первых, здравствуйте. У нас вечер, как вы видите, в 7 часов вечера, наверное, мы едем к родителям. Сегодня у нас суббота, 1 октября. А почему так поздно? Потому что муж восстанавливал девятину, машину новую, поэтому так поздно задержался. Они сначала поставили, вроде все нормально было, потом все перестало работать, пришлось ему ехать переставлять. Нет. Да. Вот сейчас поедем, надо еще часы сделать правильно. Сейчас поедем, папа все сделает. Привет. У нас сегодня вторник. Какое число? Сейчас вспомню. 4 октября. Сегодня вечерний праздник еврейский. Называется Йом-Кипур.
Ну вот я вижу, во-первых, вообще-то уже в это время никого не должно быть на центральной дороге. То есть в нашем городе все работает. Все куда-то едут, все работает, но это внутри города, потому что это арабский город. Вот. И так как у нас демократическая страна, то каждый живет, как говорится, своей жизнью. Но вот центральная дорога, вот там прям насыщена машинами, то есть довольно-таки еще насыщенное движение там, хотя уже не должно быть вообще машин, потому что праздник уже начался. Вот. Но я думаю, что внутри городов, именно, к примеру, Хайфа, или там, где родители живут, другие города, где население именно еврейское, внутри городов уже никто не ездит. Ну, межгородняя такое, дороги вот такие вот, да. Вот так. Ну, вообще-то, в прошлом, позапрошлом году, особенно когда мы приехали в 2000 году, вообще было очень все строго. Ну, у нас как-то вот так, по дороге полно машин ездит. Я недавно пришла с работы, поднялась немножечко подышать свежим воздухом и походить. Всем доброе утро, всем привет. У нас сегодня среда, 5 октября. Время 7:30. Пацанов я сегодня не повезла в школу. Пускай дома будут. 8:30 у меня работа. Вот, а я встала сейчас, ну, чтобы заспанной не быть перед тем, как на работу идти. 7:30, кстати, сама встала, 7:30, прям у меня уже, знаете, внутренний будильник. Хочу сейчас замести тесто, но у меня мало муки. Вот, а магазинчик наш всегда внизу открывается в 7 часов, сейчас уже почти что 8, а он до сих пор не открыт. Не знаю, что сегодня так поздно, мне мука нужна. Хочу замесить пышки, пускай они подходят, пока я на работу схожу, приду через часик. Они уже, тесто как раз должно быть, по идее, готово, и можно делать пышечки. Но это в моих планах так. Кто у нас тут еще проснулся? Даниэлька. Мы, кстати, с Даниэлем вчера очень рано пошли спать. По-моему, в 10 часов мы уже пошли спать. Мне так спина болела, вчера так неприятно было. Вот, и вообще какое-то состояние непонятное вчера было вечером. Знаете, вот как после большого стресса мне морозило, у меня все тело болело, спина ужасно болела. И я все-таки встала, выпила релаксин, таблеточку. И только тогда вот как-то так вот уснула нормально. Вот. Ой, хорошо сегодня так, тишина, спокойствие. Кстати, никто в школу не идет. Странно. Интересно, почему магазин наш до сих пор не открыт. Может, он сегодня не откроется? Йом-Кипур, он решил попраздновать праздник. Непонятно. Все, тесточко готово. Подходит, кстати, перед работой, наверное, его еще раз подмешаю, вымешу и потом пойду. Такие вот дела. Сделала себе чай ромашковый, сейчас попью и все, завтракать буду уже потом, когда завтрак приготовлю. Такие вот пышечки у меня получаются. Да, я уже, кстати, поработала, пришла с работы, делаю завтрак. Вот такие вот красотулечки получаются. Вот у меня начинки. Это заатар, это сыр. И здесь у меня лук. Сначала кладу сверху, потому что это тоже горячая крышка. И пышечка должна сверху, снизу поджариться. Потом уже, когда намазываю начинку, то кладу ее вовнутрь. И там она уже допекается. Какие-то вкусняшки получаются. Тесто мягкое-мягкое.